Ну что, очередной день начался. Сегодня по дороге в офис на работу и на тренировки решили посетить вот такое приятное место. Если вы увидите, то впереди, перед нами Бостон, центральная его часть. Вот, как называется это обычно? Таун-даун? Да? Даунтаун. Даунтаун, да. Я думаю, что в будущем мы покажем вам это вблизи. Вот, какой Бостон изнутри. Вот, а так вот, такие окрестности рядом с частными районами, где люди могут погулять, отдохнуть, расслабиться. Очень тихое, приятное место, да. Вот так это выглядит немножечко ближе. На видео, может быть, не так все получается понять, но вживую достаточно прикольно и красиво. Ну что, мои друзья, интеллектуальная часть дня закончена, работа в офисе на сегодня закончена. Что это за офис, мы вам расскажем в одних из наших последующих видео, так что ждите, будет очень интересно и необычно для российской публики, я думаю, в том числе. Вот, но сегодня все карты раскрывать не будем, оставим интригу на последующие дни. Не обещаю завтра, потому что конец недели, выходные, но в начале следующей мы вас немножечко удивим. Вот. А сегодня у нас по плану тренировка, опять-таки разминка, вот, ну, первые дни. И званый ужин, так скажем. Вот. Посмотрим, что нам приготовили наши друзья. Какой сюрприз. Я думаю, что будет просто весело и вкусно. Вот. Ну, покажем. Увидим и покажем. Да. А пока до встречи. Вот так вот встречают в зале с такой музыкой. Вот такая вот эпическая обстановка. Правда, никто ничего не делает. Но постараемся сделать.
третий день мы оживаем. Feet wider. Плохо, ну, третий день неплохо. Вот так. Дальше передний move. More forward front leg. Вот так. Хотел вот заснять нашу раздевалочку. Такие вот маечки. Нору тренинг центр. Прикольный, кстати, качественный. Вот, но самый интересный момент здесь, смотрите, в чем. Опа! Кто-нибудь узнает вот это вот? Вот это вот. Вот это вот. Бинт эластичный, спортивный, Унгарус. Вот, мы возвращаемся с тренировки. Вот уже здесь в Америке началось Рождество. Как и говорил, мы едем на ужин. Вот. Нас уже там ждут. Donnie, what are you doing? Salads? Salads? It's good. Maybe you want chicken? Hey. Oh. Cool. Beautiful. Вот сейчас будем вкусно кушать, да? Прикольная собачка. Вот сегодня у нас такой ужин. Домашний, тихая обстановка. Это Логан. Это собачка. Достаточно уютно, хорошо. Гостиный домик. Основной дом вот там чуть дальше. Я вам его покажу позже. Так, ну что, сейчас я в Америке попробую Russian соус. Очень интересно. Польем его. Его можно поливать? Можно поливать. Нужно? Я сказал, ты нет. Середину или как? Так, все. Все, хватит? Да. Ну вот, не знаю, кому может аппетитно или нет. Но попробуем. Собака вообще, вот, игрушка. Игрушечка. Дай пять. Ну что, подано главное блюдо у вечера. Опять второй. Вот такой вот стейк. Приготовленный, кстати, в домашних условиях. Настоящий, не ресторанный. А, ты без мяса, да? Я смеялся, конечно. О, сейчас попробуем. Ну что, как и ожидалось, стейк мне очень понравился. Очень вкусный. Сними поближе, смотри. Да. Я думаю, многие сейчас захотели кушать. Дает пятерочку. Вот такая любовь между хозяином и собака. Куда болезнь? Ну что, вот наш день подошел к концу. К сожалению, не все, конечно, удалось заснять, но я думаю, что в дальнейшем мы это наверстаем. Хорошо поработали, хорошо потренировались, хорошо поели. В общем, ну, очень такой приятный, хороший день, солнечный, кстати, сегодня был. Вот. Так что на сегодня пока все. Ждите дальше, будет дальше.